Давайте еще, давай. Лом засуньте. Очевидцы первыми бросились вызволять пассажира ВАЗа 14-й модели. Беременную девушку зажало, и она не могла выбраться самостоятельно. Люди с помощью подручных средств расправляли искореженный металл, чтобы передать пострадавшую врачам скорой. Держи, держи, держи. Пошли. Аккуратнее держите. Авария случилась на перекрестке рядом с набережной Челнинской ТЭЦ. Не поделили дорогу Форд и ВАЗ 14-й модели. Мы ехали со стороны Мензелинска в сторону Челнов по главной. То есть пошли на поворот, а он нам не уступил дорогу, и получается мы въехали в него, он в нас. А он по прямой ехал, получается, да? По прямой. В Форде находился ребенок. Во время столкновения он ударился головой. Вместе с мамой их отправили в больницу на обследование. От тяжелых травм спасло детское удерживающее устройство и подушки безопасности, рассказывает мужчина. Сам он повредил руку, но от госпитализации отказался. Перекресток этот уже давно считается опасным среди водителей. А мужчина, сидевший за рулем ВАЗа, оказался не местным, поэтому, видимо, и не разобрался в знаках приоритета. Светофор. Нужен светофор. То есть здесь не первый раз уже такое, да? Да, тут опасно, сколько ездим, всегда вот так вот. Светлана Фардеева, Валентин Кулагин, новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.